Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хочу оставить свой благодарственный отзыв для Александра Гицко. Это замечательный человек, замечательный целитель. И когда я пришла к ней на сеанс поработать, у меня было такое впечатление, что, во-первых, мы давно знакомы, и, во-вторых, что во время какой-то такой приятной беседы, как с другом, она очень технично, очень мягко выяснила все мои болевые точки, все мои проблемы. И во время одного сеанса она проработала целую группу различных негативных моих чувств и эмоций и заменила их на новые. Мы работали с разными чувствами, которые мне мешают по жизни. И что самое интересное, как побочный эффект, например, да, прошел после этого синдром беспокойных ног. То есть это тоже меня довольно-таки докучала проблема, но я вообще не ставила ее как бы целью нашей работы. Но тем не менее, во время сеанса произошло так, что это как вот приятным бонусом там прошло параллельно тоже. Я была очень приятно удивлена. Вот. И, Саша, я хочу сказать вам огромное спасибо. С вами очень приятно работать. Вы настоящий профессионал. Вы умеете найти подход, выслушать, прям найти четко все, что нужно, куда идти, что делать, все по полкам разложить. Это так здорово. У меня нет слов. Спасибо большое. И это самое главное, очень эффективно. Поэтому, если вы реально хотите решить свою проблему, идите к Александре. Она вам поможет на все 100%. Это человек, в котором я уверена, и поэтому могу смело рекомендовать. Сама с удовольствием буду обращаться. Александра, благодарю вас.